Так, сейчас будет драка. Я умер. Нет, я не умер. Уф. Как я это выдержал, я не знаю. Здарова, народ, вы на канале Арти, и это новое видео по Смайту. Они давно не выходили, были проблемы, трудности, нужно было кое-что переосмыслить. В общем, классная катка на Хейдесе, на Иди, на соло. Интересный билд, в принципе, все норм. Чем особенно эта катка? Да, собственно, тем, что это последнее видео в этом году. Я хотел бы вас всех поздравить с наступающими праздниками. И я рад, что вы есть в моей жизни. А сейчас погнали смотреть ролик, и я буду ждать вас всех на стриме. Короче, поехали. Этот по-любому под запись будет. Потому что... Да просто под запись. Хейдес мне нравится, на самом деле. Аид очень хороший бок на соло. Ну и в целом его даже в мид можно взять, поэтому норм. Вот. Поэтому забавно. Ты везде на меня подписан. Кристаллы по твоим ссылкам покупаю. На Твиче просто... А, понял. Уф, хорош. Прямиком в топ на. Спасибо, Дим. Спасибо большое. Главное, чтобы донат не завис, а он уже завис. Дим, спасибо огромное. Пока отключу этот визуалочку, сейчас поправлю донаты. Я не знаю, почему они стали зависать. Спасибо большое. Здорово, здорово. Два вампирика для него, да, да. Так нормально. В начале момент в катке с Аполлоном был не из-за того, что там киллы, а из-за того, что там у меня хорошая это имая. Опять что-то сломал? Да блин, постоянно что-то ломается на стриме, я уже устал от этого. Я не знаю, как он будет фармить. Если я все правильно сделаю, он не сможет фармить. Вот так вот, типа. Я надеюсь, он это понимал, когда брал Гуан Ю. Здесь сейчас Фрей неплохо стоит. Фрей — это АДК, ребят. Всегда была АДК. Вот First Blood — это плохо. Главное, чтобы мои не затильтовались. Все, сейчас беру третий левел и минус этот. 0-2, понимаю. Я не дам жить ему. Мне придется только руками бить. Мне крипы накидывают. Не он, блин, накидывает. А крипы. Я случайно ударил так. А, чё, чё? Охеренный скин? Да. Он не просто так бьет. Идут гангать? Надеюсь, что нет. Хорошо, хорошо. Не-не-не, дышать ему не дам. Да что такое, ребят, я же выключил оповещение. Не вижу пока, не вижу. Теперь я в топе. Таргри, спасибо, да-да-да, ты сейчас будешь в топе, дядь. Сейчас я поправлю. Спасибо, парни, большое. За тридцаточки. Я забыл, что ему нужно крутяшку сбить. Я не знаю, что они делают. Что Равана делает? Я не пойду. Это идиотизм. Он херней занимается. Это луз-катка, короче, парни. А может и не. Здорово, Вудпекер. Лайк на удачу. Спасибо. Она мне, походу, дело пригодится, капец как. Хорош, смотри, этот забирает. Хорошо. Новый пример, друзья, это будет как мини-Одиссея. Ну да, да, как обычно, вот эти ивенты. Я не понимаю, я забираю все время эти. Please.
соло магов обычно. Ну, на соло в целом берут магов, которые могут хилиться. Уже хочется его убить, парни, вы бы знали. Я пошел, короче, за этим. И все хорошо. Здорово, Тём. Сейчас будут у нас драки, поэтому я побольше себе хп возьму. У нас, короче, на джанглера мы не надеемся в этой катке. И вообще на него внимания не обращаем. Не-не, варды не нужны. Там Тор. Там Тор, парни. Тор будет ультить либо с ФГ обычно, либо с голды. Туда, как правило, варды ставятся, но не так часто. Да не, я всегда брал эти фил бутылки, просто не всегда брал, просто не всегда. Дабл килл? Понимаю. Блин, мне больно сейчас было. Так, сейчас будет драка. Я умер. Нет, я не умер. Уф. Как я это выдержал, я не знаю. Я не знаю, что было, парни. Да это было жестко. Как же он хочет меня догнать. Здорово, Декстер. Вот это было жестко, конечно. Я не знаю, почему я его все-таки убил. Наверное, все-таки из-за Банкрофта. Пол хп. Нормально все. Ну что я, что окей, что я мог сделать? Это что-то, я не знаю, что происходит в этой катке. Это просто, да это на YouTube катка, парни. Что делает этот кепры? Что делает? Ой, чё со с кепрем? 5-0 у него. Оу, щит. Ну забавно, забавно. Но это может быть, знаете как? Это может быть как горелая жопа закончится для Раваны, а также может закончиться очень, ну как бы поднимет дух командной из-за того, что Хепри всех ходит убивает. Понимаете? Мы проигрывали 1-4, мы сейчас 10-6 ведем. Ну как бы понимаете, да? Но Гуану я не дам дышать при всех раскладах. Вы, кстати, музыку, да, не слышите? Гуан на 2 левела меньше меня. Интересный мовый план. Здорово, Рига. Ловлю. Be careful left, окей. Все, брай, сейчас брасплейт берем и вообще изи. Такой себе, да, брат? Вот тот меня напрягает, тот убивает, кстати. Уже бедный Гуан Ю. Не знаю, что ему делать. Кепри говорит, дай, пожалуйста, говорит, киллов для Аполлона. Я застрелю просто.
Мне кажется, его это так бесит. О, лол. Мне кажется, его это прям бесит. Да, да, согласен, Рак. Он и должен дэш максить. И должен зачищать дэшем. Чуть не хватило. Ой, четверо, четверо. Это что-то с чем-то, конечно. Вот так вот они могут выиграть. Вот так вот это будет дезмораль жесткая. Ребят, спасибо за лайки, кстати. Кто на роликах ставит, кто на стриме ставит, еще спасибо большое. Ты тащишь мид с лесником фидят? Да, да, у нас джанглер очень слабый. 2-4. Ну, может быть, это временно, конечно. У нас вроде кепри ничего, на кепри очень много фарма забирает. Немейку брать будешь? Да думаю, надо. Думаю, надо. Че, я филбота не беру? Не знаю, кулдауна хочу побольше. Вот смотри, как он мне много урона наносит. Это только из-за того, что я через двойку начал. То есть не законтролил его крутилку. Вот. Это уже хорошо. Теперь он, видишь, лоханулся. Здорово, здорово. Как трек найти? Хз. Тор взлетел. Хорошо. Это было хорошо. Хочешь подождать? Окей. Не, он глупый, видишь. Я не знаю. Я не знаю, Кепри хорошо все делает, но... Очень команду подставляет такими штуками. Так, я его уже не пробиваю, он, видимо, Макдев да взял. Чего он ждал? Я не знаю. Короче, смотрите, Равана хотел, чтобы я его похилил. Здорово, Алексей. Александр. Равана хотел, чтобы я его похилил. Кто не знает, Хадес может хилить. Хадес может хилить. Но для этого нужно стоять в радиусе его тройки. Для этого нужно стоять в радиусе его тройки. Блин, я не знаю. Нет, давайте, наверное, нагрудник возьмем. А анимейку отдельно потом купим. Вот, но весь его план, он заключался в нормальном муве, но весь его план прервал Тор. Я похилил его не полностью, то есть я там от цели же зависит хил. Я очень мало крипов захватил для хила, но это только из-за того, что Тор помешал. То есть если бы не было Тора, ну, было бы изи, соответственно. Но он если меня спасет, да? Спасибо. Я думал, я достану до них, прикинь. Ой, еще плохо сейчас случилось. Минус ульт Кепри, минус мой блинк. Ну ладно, 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 вроде нормально. А, ну этого, Кузимбо убили. В целом размен норм. Здорово, Ракес.
Enemy ultimate incoming. Ну чё он боялся? Он же не пошел за ним. Видишь, я его похилил, и он сразу пошел в бой. Нормально, нормально. Чисто мое право убивают, вот это плохо. А вот это хорошо. Гуан Ю, он без крипов пушил мой тавер. Лол. Блин, и он бэкается. Вот это плохо. Я не знаю, почему он бэкался, кстати. Чего, чего, чего за 3 года? Не-не, варды не. Каких вардов? Так. Здорово. А, ну я умер, близок. Надо дамаг нанести. Что это? Это что было? Ай, нет, ульт! Нет, нет. Не-не, у меня ж... Валорант. Спасибо большое. Ты шо? Ты шо, топня забрал? Спасибо. Роман и щит кинул? Так он даже не доставал до меня, нет? Как он не мог щит кинуть? Это шилд. От кого? А, у Раваны. Я думал, Хепри. Равана с шилдом играет. Это очень странно. Не-не, мы все хорошо сделали. Я знаю, что нету надписи. Я же говорю, я убрал. Типа, надпись донат, она зависла. Сейчас после этой катки поправлю, и все будет хорошо. Спасибо за донат большое. Равана норм пик на джангл? В целом да, но не вот этот Равана, который у меня, он очень пассивный. Точнее, он там, где не нужно, он активный, а там, где не нужно, он пассивный. В целом он норм, конечно, стал убивать. Хорошо, хорошо. Ульта не было, да? И вот еще тяжело с Кхепри играть, потому что постоянно думаешь о том, что это Кхепри, у него есть ульт, и если что, ну вы поняли, да? Типа, мол, если что, Кхепри тебя засейвит. Здорово, Лампа. Здорово, Франк. Все, оповещение доната включил. Снова спасибо, ребят, за донаты большое. Валоран, добро пожаловать в топ дня, как говорится. С полтинничком в топ дня. Пока у нас 4-3, конечно, счет такой себе. 1-6 огня, вот это плохо. А, еще звуки, да, вам нужно включить. Ну, что ты останавливаешься? Я что, не могу бежать одновременно или что? Все, звуки тоже включил. Да я же их выключал на вчерашних прохождениях там чего-то там. Конечно, съели кредиты твои. Камень изоляции прокает на автоатаке, да, по-моему, да? По-моему, там же нет ограничений. Задеты, а, вашими наносящими урон способностями. Слушай, а может и не действует? По-моему, действует. Блин, я пошел дефать. Ништяк, пацаны, сегодня кайфуем. Поле боя меняется, а дерьмище одно и то же.
left enemy tower. Тихо, блять, двойной звук. Спасибо большое. Блин, да что за лаги-то? Парни, есть вообще что-то, что заменит рутани? По функционалу, наверное, нету. И у меня FPS падает. Да, без благословения стартанул. Валоран, спасибо огромное. Но топ дня по 150 это уже хорошо, кстати. Ой, хорошо, поймал. ФПС, да, я не знаю почему. Из-за урута не может ФПС падать. Хепри затащил. Хепри реально затащил. А почему он в мою сторону? А, у меня не было на нем этого, да. Да блять! Извини, Аполлон. Это на ютубчик? Да не, дядь, что-то. Интересная катка. Слабый гуан, мало мувов, интересно. Сейчас убьет, блядь. Be right back. Здорово. Хэдис очень силен на соло, кто может с ним поспорить? А Сирис какой-нибудь, я думаю, приговорит Хэдиса. Че с ФПСом? Так, что мы возьмем еще? Я бы еще вампирика взял какого-нибудь, типа Тифона. Тифон жесткий вампирик, кстати. Ну или давай небесный возьму, пофиг, буду танком. Буду танком. На раму какой скин юзаешь? А у меня много, дядь. У меня 800 плюс скинов, снимаете, и я постоянно стараюсь разные менять. Камень души, ну не знаю. Макдэв, там один тот дамажит. Ну вообще да, против тота все-таки надо взять. Там просто три физа. Вы тоже видите, да, то, что FPS проседает? Почему такая дичь? Я не знаю, что они делают. Во-первых, не знаю, что, во-вторых, зачем. Это очень странный мув был от Агни. Если 5 магов возьмут его, то от каждого будет отниматься хп. Вот это, кстати, интересный вопрос. Это я не знаю. Так, 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 так. Может быть на YouTube на туре катку 5-3. Там где Кепри убивает. Никто не знает, да потому что такие штуки как бы никто не тестирует. Но знаешь, как я думаю, объективно, нет. Я не думаю, что если 5 магов возьмут, то будет отжирать. Это было бы дисбалансно. Вряд ли они это не предусмотрели. Я вот что думаю. Я думаю, вряд ли они это не предусмотрели. Один 8 огни у нас. Офигеть просто. Если мы эту катку выиграем, это будет что-то удивительное. Там Аполлон. Там Аполлон очень сильный. А Кепри очень странный. Получается, что Аполлон в принципе сильно играет и всех как бы, ну и тащит команду. А Кепри просто всех ходит убивает почему-то.
Хотя казалось бы, да, это же Кепри. Надо было в меня врезаться. Жалко, что он промазал, но мы его не убили, наверное. Ага. Вот вы видите, колы этого Раванны, это вообще забейте. Очень плохо все. А, ну как плохо? Как плохо? Я прожался плохо. Лови, брат, лови, 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 лови. Хорошо. Хорошо. Вдвойне хорошо. Похилил. Похилил сколько смог. Не, это бестолковый мув. Бестолковый мув. Да как? Я не понимаю, что мы делаем. Мы херней такой занимаемся сейчас. Кто бы мог подумать? Да господи, я просто скиллы не могу прожать. Что мы делаем, дроча? Что происходит в этой катке? Это еще такая дичь полнейшая. Ужас просто, ужас, что происходит. Ладно, давайте Макдев какой-нибудь возьмем. Блин, можно, кстати, Придвин взять, да? Типа, чтобы у нас в щите, ну, в ульте был щит еще сверху. Он же взрывается потом, правильно, после Придвина, да? Да. Парни, можно что-то взять, усиливающее хил, но там куча антихила. То есть, естественно, такие штуки у Хадеса контрят обычно. То есть, покупают обычно антихила очень много. Давай, осталось крипов еще стиль. У него столько хп, походу, дело у нашего Кепри. Где он вообще? Не вижу. 3400, офигеть. Да я не знаю, чамп, может быть, UFC сегодня пойдем. Я, короче, с Хепри побегаю, он нормальный. А чё, кстати, у кого какой уровень боевого пропуска, напишите. Я не знаю, зачем они это делают. Нулевой. Прем 50, у меня прем 40 сейчас. Не понимаю, что мы делаем. Они дефают фениксов, алло. Ой, он успел, блин. Я думал, он уйдет на дэше. Как обидно, да, Тор? Как обидно. Хорошо. Fire.
Ай, не достал! Хорошо. Ну, легчайшее получается. Ну, 6-3, конечно, такое себе. Ну, Хепри. Катку выиграл Хепри, парни. Ладно, мы сейчас еще и проиграем, блядь. Прикинь бы проиграли сейчас, кстати. Нормальная катка, нормально. Меня, кстати, просили при монтаже, когда я катки выкладываю, выкладывать результаты. Как вы думаете, оно нам надо или нет? По табличке 6. У нас очень сильный Аполлон был 12-0 и очень слабый Агни был 2-10. При этом Раванна хорошо под конец накирял и Кепри сделал 6-0. Не, такую катку можно залить только по... Вот реально, такую катку можно залить только по результатам этой катки. Ну, жестко, жестко. Дамага у меня немного, 24 тысячи. Но я передамажил, хотел сказать Кепри. Я передамажил, естественно, Агни. И почти что как Раванна надамажил. У них всех передамажил, кроме Тота. В принципе, нормально.